Приветик, не спящие и все остальные любители внезапностей. Как можно было заметить из названия, это не монах. Это темный соблазн. Сегодня в качестве исключения ветка монаха будет немножечко помещена, так сказать, под сдвиг. Сегодня поиграем темным соблазном. Это, если кто не знает, параллельное прохождение монаху только для Твича и лично для меня. Решил вот побаловаться. Так уж вышло, что весь второй акт практически пройден, и сейчас на дворе третий. Все квесты закрыты, ну, по крайней мере, большинство. Книжка некромантии открыта. Мы уже совокупились с Илитидом. Кстати, спойлер, если вдруг кому интересно. И сами стали частичными Илитидами. Ну и все, собственно говоря. Там особо больше ничего не было. Ну и китерики, вот это вот всякое. Всякое разное, веселое. На данный момент мы находимся в башне волшебника, который очень сильно хотел пощупать за ляжки нашу... я забыл, как ее зовут. Ну, дочку полубога или бога, или кто она там, с крыльями такая. Он очень сильно ее хотел, но так как это путь уничтожения, я решил, что он ее больше не хочет, и он хочет умереть. Собственно, что он и сделал. Правда, есть нюанс. Тут были какие-то кнопочки, и я эти кнопочки понажимал. И так уж вышло, что... Так уж вышло, что магическая пушка, у которой 11 хп, не хочет умирать. Потому что у нее, твою мать, средняя прочность. То есть 22 урона ей надо нанести, но у нее устойчивость к режущему оружию. И как бы нихера ты ей мечом не сделаешь. Поэтому надо взять в руки, что правильно, молоток, подойти и вломить. Но есть нюанс. Она все равно не умирает никак, не хочет она подыхать. Сейчас мы будем с этим разбираться. Режущий урон от немагических атак против этого существа снижается наполовину. И от магических тоже. Ага. Так. Значит, ей нужно дробящее. Что у меня есть из дробящего? Кстати, вот это какой урон? Режущее не канает. Режущее. У меня есть кровь Латантера. В принципе, можно попробовать бахнуть ей. У нее дробящее. 9.14. Это, наверное, одно из лучших орудий 8.20. А нет, тут есть дробящее получше. 8.20, да? Интересно. Тоже дробящее, но 8.15 это ни о чем. Факел отмены. А? Так, ладно. Цеп. Попробуем цеп, но надо сначала пережить этот ход. А у нас ничего нет. Вообще ничего нет. Я очень сильно надеюсь, что нас сейчас не убьют. И тут меня еще и видно. Потрясающе. Гейл! Кстати, для Гейла, вы не поверите, это охренительная алебарда для Гейла. Она просто уничтожает все на свете. Алебарда бдительности. Получаешь бонус плюс один к броскам инициативы и преимущество при проверках на внимание. Это ладно. Это фигня. Когда вы делаете бросок атаки в качестве ответного действия, вы делаете его с преимуществом. Что дает просто уничтожительные вещи. Просто муа. Просто муа. Класс. 9.21 мы получаем вот всех бафов Гейла. Гейл у нас перекачан в паладина здесь. Ну и разочарование оружия плюс 2, соответственно. Поэтому бонус к атаке плюс 19, урон 8.17. И в целом все как бы хорошо и здорово, и замечательно. Ну, на 11 уровне Гейл становится просто... Да не в целом все воины, да даже паладосы,
на 11 уровне становится чем-то вроде машины для убийства, потому что за один ход воин может нанести 6 ударов. 6 ударов. Это вообще, это просто трындец. Ну и, кстати, да, Гейл у нас Паладос, но он Паладос-отступник, клятвопреступник. И, в общем, там все хорошо. Да. Вот. Жалко, на музыкальных инструментах не играет. Никто. Ну да ладно. Астерион, кстати, у нас стал мега-вампиром высшим. Я ему помог. Он теперь умеет превращаться в пердеж, в смысле в облачко газовое. Но он немножечко приуныл тут, немножко решил отдохнуть, прилечь. Но мы его восстановим потом. Здесь, по-моему, никто не стреляет. Наложи-ка на себя руки, дружок. Бум. Такой, блин, классный звук. Я прям прикалываюсь. Так, здесь вроде на меня никто не нападает, да? А, кстати, плюсы становления полуэлитидом. Плюсы становления полуэлитидом по большей части не дают мне показать. В том, что тебе дают бесконечный полет. Бесконечный в плане того, что ты можешь его за скорость юзать в бою. И он значительно режет перемещение. То есть, условно, да, у меня тут... Что у меня тут? 2 метра осталось из 9. Я могу пролететь эти 2 метра вот. Вот они. Вот до сюда вот могу. Давайте даже напрямую покажу. Вот эти, условно, 2 метра. Это на полете. Пешком ты делаешь половину этого. Как бы выбирайте, что вам нужно. Летать или ходить. Эволюция, твою мать. Вот. Ну, здесь, в принципе, все. Так, теперь план капкан с соблазном. Мне бы полечиться, но... Ай. Оно все равно... Ай. Надеюсь, оно меня не убьет хотя бы. 2. Это все, что ты можешь, что ли? Дурацкая пушка. Знаете, что мне нужно? Мне нужно сгонять Гейлу, чтобы он наложил на меня руки свои. Или наоборот, чтобы Гейл ко мне сгонял. Ну, в общем, надо что-то придумать. Потому что надо... Нужен хил прям, позарез хил нужен. Дайте мне тактическую карту. А можно мне потолок посмотреть? Вот вон тот вот сверху. Вот этот вот. Вот что ж, ладно. Так улечу. В общем, кайф полетов вот именно вот в этом. Я могу просто залететь вот сюда, и никто мне ничего не сделает. Гейл. Кстати, у меня же зелье есть. Бахнем половину. И на отдых. Так, а ты, давай-ка ты полечишь его. Наложи-ка на него ручонки свои. А, кстати, а у меня, может быть, есть свиток защиты от энергии? Было бы здорово. Или подожди, а чем она стреляет вообще-то, говнопушка сраная? Ну, пока там ходите, я посмотрю, что она там делает вообще. Средняя прочность, бла-бла-бла, инициатива, скорость перемещения, тра-та-та, конструкция. Ну, это понятно, класс брони. А, то есть, я не скажу, чем она стреляет, да? Она чем-то стреляет, но я не скажу, чем. Понимаю. Понимаю. Что я тут делаю? Вопрос интересный. Вон там внизу есть магические артефакты в поле неуязвимости. Теоретически я знаю, как снять это поле, но мне нужно попробовать некоторые варианты свитков. Но мне эти не дают турели сраные это сделать. Поэтому мы здесь, и мы уничтожаем турели. А Ментара у нас немножко свалила. Я, кстати, нашел такое охренительное платье, вы закачаетесь. Прям офигенное. Астерион. Слушай, я могу его поднять, кстати. Очень даже могу. Вполне себе. Мне только нужен вот этот свиток. Там в радиус попадает, нет? Не вижу. Астерион, блин. О. Вне зоны видимости. Да не дайте колотить. Слушай, отсюда будет видно?
Должно быть. Слушайте, а я микрофон-то включил, я что сейчас болтаю? Вроде да, просто так интересно, я что-то прям забыл про микрофон. Для свитки. О. В смысле? Они хотят, чтобы я туда спустился. Ну, в целом, что у меня там? 6 из 9. По идее, я могу туда сгонять. Сколько это будет стоить? А, охренеть. То есть я спускаюсь. Поднимаю Астариона. И остаюсь там и умираю нахрен. Класс. Вне досягаемости. Подожди, в смысле? Нельзя нацеливать на самого себя вне досягаемости. Вне досягаемости. Что за бред? Сюда понятно, а здесь почему вне досягаемости? Ну так-то он труп вообще-то. А трупы так лечить нельзя. Пусть валяется. Потом воскресим через сухаря и черт с ним. Так. Гейл. Стой-ка ты здесь. Так, насчет тебя. Надо тебе вручить цеп. В одну руку. Щиты ты у нас не носишь. Но дать я тебе его, конечно, могу. Но надо действие потратить на это. Поэтому подождем, пока магические пушки сходят, пока вот это вот все рассосется. И так далее. Тархиатское увядание. Ну вот, кстати, может он через перерождение избавится от этой херни. Я просто открывал некрономикон местный и пришлось книжку почитать. Ну и так уж вышло, что некрономикон открыл он. Надо было самому открывать. Ну да ладно. Так, ты пока ничего не делаешь. Ты надеваешь щит. Я сказал, щит надеваешь ты. КБ со щитом 22, но это сраный баклер. Но как бы в целом, пох. Хер. Неважно. Так, все, ждем еще ход. Я подлетаю, бью и пытаюсь улететь. Хотя, по-моему, улететь мне не дадут. О, подождем, посмотрим сейчас. Надо, в общем, эти пушки как-то раздолбать. Теоретически эти пушки можно раздолбать каким-нибудь заклинанием молнии там, но у меня нет свитков с собой. И также теоретически можно послать за ними Ментару. Потому что проход обратно вроде как должен все еще существовать. Но есть нюанс. Я не помню, где они продаются. Да и мне лень искать. Поэтому разбабахаем этих сволочей так. Такс. Блинка. У меня есть блинк за бонусы. Так что в целом все как бы ок. Я могу блинковать оттуда. Вопрос в том, куда. Так, сколько будет стоить мне перелет? Практически все очки передвижения. Это, конечно... хреново. Не сработало. Но что поделать? 8.20. 8.20, ничего не меняется. Пробуем пробить. Не пробивается ни хрена. Проблема. Однако. У нас образовывается. А можно Гейлу? Издеваешься? Я говорю... Мне... Я ненавижу эту игру. Просто ненавижу эту игру. Вот куда это? Вот куда это? Зачем это? Зачем? Зачем мне нырять куда-то в пустоту? В небытие? Ты можешь залететь хотя бы сюда? Не можешь.
Ладно, черт с тобой. Они же не достанут меня здесь, правда? Просто мне немножко очков не хватает на перелет. О, а вот сюда хватает. Да. Ну, в принципе, можно, конечно, просто слинять. Потому что эти сраные магические пушки не умирают. Видимо, все-таки план с молниями — это план, который надо воплощать в жизнь. Надеюсь, нас там не грохнут сейчас. Вроде не должны. И ведь ни у кого из них нет ничего. У меня даже стрел с молниями нет. Это, кстати, да, это режим медленного ХДД. Наслаждаемся все вместе. Сейчас вопрос важный очень. Остался ли портал? Не остался. Туда не переместиться больше. Это очень хреново. Это прям мега хреново. Это прям катастрофически хреново. Ладно, попытаемся свалить отсюда. Надеюсь, нас не убьют. Все, извините, ухожу. В принципе, мне туда больше и не надо. Если можно передавать предметы друг другу на расстоянии, будет прям... Ах, как здорово. Чел. Да-да-да. Дай мне эти. Заткнись. А. У нас плохи дела, да? Не надо денег дать. Ладно, допустим, ладно, хрен с ним. Я попытаюсь как-нибудь деньги перекинуть. Как будто с карточки пытаюсь как-то передать. Капец, мне нужно что-нибудь на молнию. Удар молнии. Стоит он 150. Вообще копейки. Цепная молния, где у тебя? Я видел. Не обманешь меня ты. Ух, не обманешь, скотина. Где она? Вот она. 900, нет, это уже перебор. Еще 3 разряда отскакивают от цели, электризуя до 3 других противников в пределах 18 метров. 18 метров — это не очень много. Ну, приличное расстояние, но не очень много. Так, круги смерти — это все херота. О, ведьмовской разряд, о. Отлично. Поспешное отступление — это все херня. Но можно еще в крайнем случае вот такую фигню использовать. Так, еще это 270. Нет, топор истребителя я тебе не отдам. Ты что, шутишь, что ли? Слевшие кожаные доспехи — это забирай. О, денежки перекинулись. Кайф. Давай сюда мои свитки. Так, а теперь вопросы дня. Бам, работает, все, отлично, огонь. Мы живем для того, чтобы стрелять молниями. Хотя и не факт. Мы в бою, мы наверху. Действие у нас все еще есть, да? Мне нужен двуручник мой. Жопорез называется. Ждем. Пока ждем. И мне нужен какой-нибудь безопасный спот, где в меня не стреляют. Можно ли со стола в нее херануть? Вверх-то она не стреляет, а я-то стреляю вниз. Наверное. Посмотрим. О, моя шея! Такс, Гейл. Да, в принципе, можно и Гейл использовать. Так-то тут без разницы. Проверим через лук. Путь перекрыт. А если мы, скажем, будем делать это со стола?
О, слушай, отсюда можно стрелять. Да, это потрясающе. Это отлично. Кстати, интересно, вытягивание характеристик работает ли? Силу и ловкость. Смотри, да, реально вытягивает. Ха! Забавно. Забавно. Так, ладно, давай попробуем через Гейла. Там, в принципе, даже свитки было не обязательно давать. Давай простой. 1.12. Нет, хотя этого будет мало. Хотя, блин. Давай простой сначала. Она же не лечится. Так, мы по ней попадаем. Угу. А что у меня за дебафы есть? Власть над нежитью, Лающий рик, Лопамятность. Это все хера там. Так, ну давай пробовать. Давай простенький для начала заряжаем. Хотя нет, давай сразу нормальный зарядим. Хороший. Так, я говорю, хороший свиток мне дай. А, вон оно что. Да, подожди, подожди. Метательные предметы. Водичка. Что если забросать ее бомбами? Просто интересно. Ладно, попробуем метнуть водичку. Блин. Попробуем метнуть водичку. И по идее это должно сработать. Подожди, метание это у нас действие, да? Но она не должна раствориться в небытие. Вот прям в... или рядышком кинуть на дно. Бам. Вода. Окей. Так, теперь свитки. О, свитки молнии мне нужны. Эти жалкие, вот эти вот. Вот этот вот. Недостаточно ресурсов. Ладно, ждем тогда. Ждем. Водичка все еще на месте. Это, конечно, не сильно поможет, но все-таки лавы, элементаль. Это, наверное, у Ментары там что-то происходит. Надо ее в лагерь отправить, чтобы она не мешалась. Так, давай нормальный удар молнии. Ну, понеслась. Ха! Сработало! Проканало! Окей, это очень хорошо. Это прям потрясающе. К сожалению, скрафтить свои свитки нельзя. К сожалению. Так, с этого места я вроде как попадаю. Вроде как. Вроде как попадаю. Давай-ка ведьмовским тогда разрядом бахнем по ней. Попробуем. Не проканало. Что это на нее повесило? Может связать себя разрядом молнии с этим существом, автоматически нося 1d12 урона молнии. Автоматически. Интересно. А, все. Ну, а что ты сделаешь? Смотрим пока что. Дай. Можно ли иметь больше одной связи? Цветка-то 2. Урона ей пока не нанесло никакого абсолютно. Попробуем еще раз. Вот я и думаю, в ту же самую бахнуть. Не, не ты. В ту же самую бахнуть. Или. Или в новую засадить. Вдруг мы прокинем нормально.
А, там средняя прочность, там надо 20 выкинуть. Скорее всего, не проканает, да? О! Ноль. Ладно, проверяем на практике. Можно ли иметь две связи с разрядом сразу? Подозреваю, что нет, но проверить стоит. А вдруг да? Бам. Так, ты не нужен? А вот с тобой надо что-то придумать. Ведьмовской разряд. Попытаемся тогда в другую турель засадить. Где она там? Блин, не, нельзя. Только в одну турель. Только одна связь. Хреново. Клеймить слабых на три хода. Уязвимые места. Не станут уязвимы к дробящему, режущему, кулящему. Можно ли это применить на... Можно. Можно ли эту хрень использовать часто? За долгий отдых. То есть это на одну турель всего лишь. При том, что уходить отсюда нельзя. По-моему, легче, знаете, как сделать? Ментара! Оживленыш? А, оживленный. Доспех. У вас тут лучники имеются? Не было лучника. Как же оно воняет. Действительно, воняет. Кстати, я тут вспомнил. Может быть, у меня есть какая-нибудь снаряга на молнию? Чисто молнию кустовать. Вот бы было здорово. Ловля снарядов. Херня. Телекинез. Эту хрень не сдвинусь. Так, туманные шаги. Фамильные кольца. Херота, херота. Аура молний. А что за аура молний? Израсходовать 3 заряда молнии, чтобы создать взрыв молнии, наносящий оказавшимся рядом противником урон и вызвать у них встряску. За долгий отдых. Да идите вы в жопу, это бред вообще полнейший. Так, это все херня, жаление мертвецов тем. Хотя... Да не. Бред какой-то. Тоже все херня, 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 не то, нет, 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 нет. Нет, не то, нет. Клейки тенета. Тенета. А ну-ка. Школа воплощения. Ваша атака сопровождается выбрасываемой плотной липкой... А, выбрасывание плотной липкой паутины. Которая может опутать вашего противника или противников за короткий привал. Это тоже бред. Ситуативный, но бред. Ну а все остальное это... Дамс. Невидимость. Да. Тут ничего такого нет. У Гейла в карманах тоже ничего такого нет. Амулет вообще надо снять и продать к чертовой бабушке. Что можно ему вместо этого амулета засунуть? Да ничего. Ему нечего туда пихать. Кольчуга темного юстициара. 13 класс брони. Нужна ли она мне? Не очень. Отправлю-ка ее в лагерь. Ищем дальше. Так, это точно нет. Нет. Палар Алуве точно нет. Все не то и не туда. Хотя и не факт. Так, с Ументары тоже ничего такого нет. Печально. Че, пойду стрелы искать тогда. Электрически.
Ну или свитки скупать. Одну турель-то получилось снести. Так, торговцы, 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 торговцы. Частью денег у меня до хера. А! Надо в лагерь сгонять. У меня в лагере сундук есть. Может быть, в сундуке что-то завалялось электрическое. Там всякого хлама полно. А, я вспомнил, как ее зовут. Ее зовут Эйлин, вроде. Я покажу. Ядрить Эльминстер. Какого хрена приперся? Джахейра, кстати, да. Непрогруженные текстуры. Это нормально, это бывает. Вот она. Эйлин. Ну, мы с ней потом поговорим. Соблазном. Так, мне нужен сундук мой. Это не мой сундук. Но он имеет в себе полезные штуки. Почему бы его не ограбить? Че, Эльминстер что-то приперся, что-то хочет. Так. Дорожный сундучара. Вот бы его побольше сделать. Интерфейс. Ну да ладно. Итак, мне нужно что-нибудь, что дает электричество. Летающие сапоги, блин. Зачем мне летающие сапоги? Нет, нет. Восстановить бардовское вдохновение, серьезно. Удар щитом. Гидешар. Создание пламени. Нахера? Рапсодия. Это жалкий кинжал. Псионической защиты, доспех. No. Тоже ничего не дает. Никаких электрических приколюх. Никаких тебе зелий. Ни-е-ра. Потрясающие новости, прям великолепные. Поговорим тогда с ублюдками в следующий раз. А я пока пошел искать торговцев. О, продавец оружия. Я надеюсь, у тебя есть сраные стрелы. Мрачный Фентонсон. Что-нибудь для защиты? Что там тебе показывали? Да ладно, а что только одна-то? Стрела перенос. Телепортирует вас в точку, в которую попадет. Охренеть, тут и такое есть, да? Цеп эпох. Стихийная эпох, херня. Меткий выстрел 5-12, херня. Стрела убийства драконов, херня. Множество херня. Бальзам, херня. 8-48. Вот это, кстати, тоже может сработать. Куплю обе. Так. Рапира, хлеб, говорю, хрень, нет, убийсти, нежити, конструкции, да, это то, что надо. Все вроде. Что это? Некротическая устойчивость. Это на, забирай. Это я, кстати, ни херна себе, 27. Ладно, пригодится. Заткнись. А ты тоже что-то продаешь? А что ты продаешь? Тебе нужна защита. Не стесняйся, доспех не сможет сохранить тебе жизнь, если у меня тут останется. Интересно у тебя предложение, конечно. Ты продаешь краску темно-аметистовая. Она фиолетовая, 100 пудов. Бордовая. Тоже не черная. Я какую серию уже... Я 100 часов провел в этой сраной игре, и я так не нашел чисто черную краску. Броня ловкости. Плюс 2. Латы. Ну, броня тут супер стандартная. Вообще прям мега стандартная. Но у него нет ни стрел, ни хрена, так что... В городе небезопасно! Где-то в жопа. Опасность — мое второе имя. Такс, мы без действия, да? Ладно. Попробуем что-нибудь замутить с этим делом.
Нам всего надо снести 3 сраных пушки. В принципе, я могу попробовать снести одну из них, но... Это рискованно, и... Там надо, ну, выкрутить... Провернуть в одном месте пальцем, так сказать. Нет, ты пока не ходишь. Я тебя на потом оставлю. Давай, лук. Ну, в твоем случае, рыболет. Стрела конструкций. Давай попробуем. 95%. Пошла ты нахер. Так, понимаю, понимаю. Стрела конструкции бесполезная херота. Тут, походу, проканает только молнии, которые могут выдать где-то в районе 25 урона. Не, я уверен, что есть какой-то способ их вообще отключить. Но, учитывая то, что здесь кроме 5 кнопок, по-моему, больше ничего нет. Я их все нажал дважды. Думаю, смысла нажимать их больше особо и нету. Так, стрела с молнией. Поехали. Пам! Критический урон 0. Обычной стрелы недостаточно, так и запишем. У нас, кстати, отвалилась связь. Ну и срать. Она все равно их не пробивала. Так, план Б. Мы можем намазать манную, говорю, свою булаву каким-нибудь электричеством, по идее. И это тоже может сработать. Чё можно зелье бахнуть? Ей вообще похер! Ей абсолютно насрать вообще на все. У нее все в жизни получилось. Капец. Чё еще тут сделаешь? А у меня их 2. Можно вздремнуть. Полный бред вообще. Масло поджога. Сколько я эти яды собирал, так я ни разу ими не воспользовался, потому что просто не нужно. Кстати, хороший эликсир. Жалко, мало. Не, ну это бред полнейший вообще. Эликсир силы облачного великана. Звучит чертовски привлекательно. Мы поднимаем силу до 27. Просто берем, подходим, вписываем ей один раз, и она умирает. Но не факт, что это сработает. Поэтому. Сделаем ход. Я сейчас туда... А, нет, подожди, надо было выпить сначала. В принципе, ладно, ничего страшного. Это мы сейчас провернем. Надо Ментару отправлять, походу, еще за свитками, потому что это, ну, это не серьезно, это прям бред какой-то. У кого свитки вообще продаются? У кого продаются свитки? Кто продавец свитков? Ингредиенты можно найти здесь. Закрыто. Потрясающе. Мишка. Кошку зовут Мишка. Почему бы не назвать собаку кошка? Действительно.
Похоже же. Подождите. Таверна. Нет, нет. Берег свалки, особняк нет. Юные русалки. Одежда. Вместе. Да идите колотеть. В Ривингтон сгонять, а там... Там, по-моему, никто не продает свитки. И где мне свитков намутить? У меня даже гранат нет. О, я могу скрафтить эликсир невидимости. В смысле, вернее, видение невидимого. Это интересно. Устойчивость, устойчивость, херня. Станы для оружия. Миниатюрность, тра-та-та-та-та, хрень. А, вот бы и рынок найти, а. А вот бы было можно спросить мимо проходящего неписи, где тут, мать твою, рынок? Кто тут свитки продает? Но нельзя. Анита Фишер. Интересное имечко. Анита Рыбак. Не зови меня, сэр. Питоникус. Питоникус. Забавно. Дракорожденный. Первый уровень. Какой-то стоит. Прозрачный. Чё, пойду искать дальше, где тут свитки можно купить. Карилла. Вряд ли в таверне кто-то торгует свитками, правда? О, а ты кто? Ремброзиус. Правда, хотите купить горшок? Нет, не хочу. Я ищу, где можно купить сраные свитки, но походу я зашел не в тот район. Судя по всему. Ёп. Странный попрошайк. Ой, нет, я сюда, пожалуй, лучше с Тимом приду. Так уж вышло, что из Ментары получился так себе воин. Что-то вот, что-то в ее билде мне не нравится. Она не дает достаточно урона. Как это поставляют остальные. Такая же фигня, кстати, с Астарионом. Но сейчас вот на 11 уровне он стал более-менее уничтожать. У него есть два рыболетика одноручных, и он прям настреливает, как из револьверов из них. И вроде как более-менее норм. Капец, тут фипес проседает аж до 50. Охренеть. О! Я знаю, кто продаст мне сраные свитки. А, где он живет? А я забыл, где он живет. Блин. По-моему, здесь. Да, это он. Кстати, призабавнейшая история произошла с открытием этой двери. Она все никак не хотелось взламываться, и поэтому, ну вы видите, в общем. Заходи, что ты там топчешься возле бочки. Hold and listen. Again you deceive. What else could you require of Mr. Показываю, что у тебя там. A few choice items for those seeking contact with the ethereal plane. Да твою ж мать! Ну ты тварь, конечно. Он не продает то, что мне надо. You have done well. You are released. For now. Да, это проблема. Пойду ограблю его, что ли. Come closer. О как. А сильно заперт? А, инструментов нет. А что там? 24 прочность обычная. Нет,
очень сильно обиделся. Лигус. Думаю, лучше с ним не разговаривать. Пожалуйста, пойми. Прошу вас, папаша... Прошу вас, папашу-падальщик. Мне нужно совсем немного времени, чтобы заработать на выплату гонорара. Мой дом ограбили, у меня ничего не осталось. Мне едва хватает на еду. Хамате. Тенор. Ну, 15.37 это как бы не особо много, конечно. Но неприятненько. Лучше я, пожалуй, пойду. Если точнее, то вообще полечу. Есть тут своего рода беды с патчфайндингом. Чуть конкретно полеты. Именно в этом месте. Там уже все. Там уже кончилось. Я надеюсь, они за мной не пошли. Присяду на всякий случай. Ух, как их там много. Не, убить-то их не проблема. Я просто не хочу этого делать без команды. Надо их как-то вытащить. Чего мы ждем? А, ребята потерялись. Ну, все, никаких финиш дам. Валим отсюда. Нет, я сказал, мы валим отсюда. Чуть не хватило. Давайте, догоняйте меня, черти. Ну что, меня видит? Потрясающе. Так, 19, да, они не хотят сокращать. А я возьму и свалю нахрен. До свидос. Дамс. Слушай, сухарь. Сухарек. Хотя какой смысл воскрешать Астариона? Какой, зачем? Ну, превратится он в облачко, и что? Ну, нельзя будет его атаковать. Не, Астарион не вариант. Что придумать-то, блин? Свитков нет, взять негде. Не, можно, конечно, перекачать Ментару. Волшебник маг. Подожди-ка. У меня тут появилась интересная идея. Прям потрясная. Придется кого-то из группы убирать. А! Не, нет, не вариант. Я собирался Джахиру перекачать в мага, чтобы она пришла и раздала молниями своими, но она туда уже не придет. Туда, кроме этих двоих, никто не придет уже. Твою мать! Я не хочу бросать эти вещи. Они слишком важны для меня. И как же мне их туда достать? Как же, как же. Раз турель, два турель, и три. Так, а что если я прожму эту хрень, попытаюсь ее кокнуть трежущим оружием?
идее, у меня должна была появиться, да. Увеличивается вдвое. И я ее убиваю. Практически без проблем. Практически. Чтобы видеть, куда я лечу. А! Один удар. Ладно, три удара. Да какого хрена? Так, защита 9, окей. Мы кидаем 11. Плюс 1, плюс 6, плюс 5. Мы выкинули 23. Урон от модификатора силы 13. Твою мать, 13 режущего урона, ёб твою мать. 15, 16. Ниже порога урона. Порог урона 22. Ладно, тварь, ты меня достала, хорошо. Давай, давай играть по твоим правилам, окей? Честно, так как гребешь, сволочь, если я не сдохну, конечно. Как тебе и не снилось. Не-не-не-не-не, Гейл, не-не-не-не-не. Ты стоишь и наблюдаешь. А вот ты жрешь вот эту хрень и убиваешь. Теперь самому бы не сдохнуть. Залететь полечиться. А кстати, под инвизом так-то. Ну, эти твари, знаете, ну, как бы. У них есть свой прикол. Если ты вдруг под инвизом, и неписи не могут тебя найти, у них внезапно появляется возможность отыскать невидимое вокруг себя. А у тебя такой возможности нет. Если твой противник уйдет в инвиз, а у тебя там ни зелий, ни заклинаний, ни волшебного глаза в жопе, то как бы, ну, посасывай, чё. Да, я тоже надеюсь, что это стоило того. Жахнемся, жухнемся. Иначе нас там сожрут живьем. Я надеюсь, порог урона мы сейчас пробьем. Как бы к тебе тут подлезть-то так? Подлезчик. Недостаточно движения. Ты издеваешься, что ли? Она издевается. Она издевается. Ты прикалываешься, что ли, тупая игра? Она реально прикалывается. Это прикол. Прорубанием я ее зацеплю. Но там урон меньше будет. Хотя я даже этой хрени ее достаю. А какого черта ты выпендриваешься тогда? А этой хреневой я не достаю. А и этой уже не достаю. Класс. Как я ее ненавижу. Солнечный луч. Кстати, а ты против урона-то этого магического? К яду, к психике и к некротику неустойчивость. В остальном ее можно дамажить. Что если бахнуть по ней? Солнечный луч. Ну все, ей капец. Где там твоя подружка? Ты там вообще сиди смирно.
Сраные пушки, а? Какого хрена они вообще такие убойные, убийственные? Ничем их не сломать. Капец. Приходится выдумывать какую-то хрень. Лучами тут солнечными стрелять. Эх, жесть. Зелье хорошее, за них просрал. Да, ничто теперь не встанет на моем пути с солнечным лучом. Цель перекрыта, да это поправимо. Это мелочи. Ты меня в инвизе что ли увидела, тварь? А, ей похер. А ей насрать. Ей абсолютно плевать. Не поможет. Психический урод. Не поможет. А жахну-ка я зельица. А как так вышел? А, порог урона поди прошел, да? 21. А по той херне прошло 22. Blood comes easy these days. Ну, я надеюсь, ты сможешь. Хотя... Ну, рискнем, рискнем. 26. Хорошо. Это была полнейшая жопа. Это прям невероятнейшая жопища была. Вот это, вот это жесть. Такс, ладненько. Живы-здоровы, погнали раскалдывать. Раскалдовывать. Слушай, что за кнопка? Мне уже страшно ее нажимать, потому что, скорее всего, она телепортирует меня в говно, от которого не вылезти. Где мои полеты? В смысле? Какой нахрен пол? Вы издеваетесь, что ли? Так, нет, ты давай без этих вот своих приколов. Где спуск? Вниз. Вниз. Спуск вниз. Чё? За нах. А, я догадался. На кнопку нажать. Вопрос в том, на какую. Одна из них телепортирует не туда, куда надо. Кейл, жми. Это, видимо, ловушки с газом. Лады. Я надеюсь, это не телепорт. А! Что стоп меня? Это та кнопка, которая мне как раз таки была нужна. О, да. О, да. Кстати, Астериона-то надо вернуть. Или через старика его вернуть. А, мы уже спустились, мы его уже не вернем. Уже поздно. Ладно, волшебный заслон. Что с ним делать? Витринку я уже ограбил. Урону невосприимчиво, имеет 30 хп. Сфера неуязвимости. Устойчивость к лучам. К некротику и колющему урону. И как мне их снять? У меня же нет рассеивания магии, вообще ничего такого нет. По-моему.
Ну да, это не сработает. А если я возьму дубинку отмены? Вернее, факел отмены. Ожидаемо. Так, ладно. Телепорты. Короткого привала нет, но зато есть блинк. Технически то место находится в зоне видимости. Технически. Но предполагаю, что игра считает это непроницаемой стеной. И да, это так. Хотя она говорит, недостаточно места. Ну, скорее всего, это непроницаемая стена для игры. Ладно. Что еще мы можем предпринять? Ну, судя по всему, ничего, и сражались мы зря. В принципе, здесь сраный посох и какая-то магическая одежда. Зачем их было в сферу неуязвимости засовывать? Загадка. Которую, походу, разгадаем мы в другой раз. Пора валить отсюда. А? Really? Ладно. Астарион. Слушай, а ты же... А, блин, нет, он газиком туда не проникнет. К сожалению. Было бы здорово, если бы он газиком туда проник. Wake up! Пора просыпаться. Зелье будешь? Остальное залечим отдыхом. Swift as my feet can carry me. А если я уйду отсюда в лагерь... О, кстати, я же могу отсюда в лагерь свалить. Ха-ха-ха. Интара. Тебе тоже надо в лагерь. Сейчас поболтаем. Будем на сегодня заканчивать. Так, что хочет от нас Эльминстер? Что ты хочешь? Что тебе надо? Здравствуй, мальчик мой. Не обращай внимания, я просто наслаждаюсь свежайшим балдурским воздухом. Аромат его весьма своеобразен. Хоть и не совсем приходится по вкусу. Как же много они болтают. Я слышал, ты что-то покупал в весьма уважаемой лавке волшебной принадлежности. Позволь полюбопытствовать, что за чудеса ты там обнаружил. Ты, кажется, не совсем удивлен тем, что Гейл цел и невредим. Нам известно, как Карсус создал свою корону. Да так, ничего особенного, зелье, заклинание. Неуместно было бы старику-волшебнику, из которого уже песок сыпется, соваться в чужую корзину с покупками. Если что, эта скотина... Сейчас расскажу. Но раз уж мы тут встретились, позволю себе дать тебе очень общий абстрактный совет. Можешь применить его к любому знанию, недавно тобой полученному. Он знает, что мы книжку нашли. Есть вещи, которым лучше оставаться сломанными. Есть люди, которые стоят того, чтобы их починить. Это он намекает на то, что Гейла мы будем чинить. Что ты хочешь сказать? Нет, что ты не говоришь. Мистер знает, что ты ослушался ее. Еще бы она этого не знала. Она же мистера. Ну? Она просит тебя явиться в ее святилище в Киоте Штормового берега. Там она наконец удостоит тебя личной встречи. Охренеть. Без стоит с ней увидеться, возможно, она сумеет нам помочь. Да не, да в жопу мистру. Я к чему? Этот чувак, этот мужик, бородатый мистер Гэндальф, красный,
грубо говоря, конечно. Но все же, вернее, хотя и не факт. В общем, эта скотина, он гуляет по мирам. Как-то он прознал, что мы достали книжку, и походу он догадывается, что мы будем ресторить корону. Я не согласен с этим. Темное желание, как его там, темный соблазн, тоже с этим не согласен. Наверное. Ну и во всяком случае, зачем рассказывать потенциальному врагу, что мы нашли книжку, которая поможет нам ресторнуть корону? Нафиг не сдалось. Я бы его вообще похоронил прямо здесь и сейчас. Гейл ей внятно объяснит, что случится, когда корона окажется у нас в руках. Мистера достаточно навредила Гейлу, мы ничем ей не обязаны. Неправда. Даже не близко. Решения мистера могут показаться тебе холодными и даже деспотичными, но она божество. И что? Да срать мне на то, кто она. Кусок магии. Да мы ее размажем по плетению, как нефиг делать. Хотя некоторые из них оказываются близки к тому, чтобы их понять. Ну, Доверься плетению, если хочешь, верь в мистеру. Финал этой трагической повести еще не написан. Гейл, именно твое перо может поставить ней точку. Не может. Я отвечу за всех. Пошел нахер. Вот и растворись в своем сраном облачке, ублюдок. Так, и кто-то еще хотел со мной поговорить? Видимо, уже никто. Ладно, пойду расскажу Эйлин, что больше ей ничего не угрожает. Эйлин, желаешь искупаться в лучах сияния меча Луны Девы? А можно с тобой замутить? Я не зверг Лракана, волшебника, который пытался тебя поймать. Меня это не удивляет. У тебя талант расправляться с врагами, Девы Эйлин. Тысяча благодарностей от самого чистого сердца. Лучше разденься. Будет, по-моему, гораздо лучше. Но это мы уже тысячу раз читали. Все. Она у нас просто есть в отряде зачем-то. Просто существует. Так, с остальными вроде все порешали. Вроде. А! Минтара! Надо, кстати, вздремнуть. Поспать. Эх, жалко, эликсир хороший был. А, ну, в принципе, она не очень хочет разговаривать. Минтара у меня, кстати, дважды уже лагала. Причем так, что приходилось загружаться. Это было забавно. Она однажды застряла в лестнице. Это было тоже своего рода забавно. Так, и кто же придет к нам в эту ночь? Интересно. А, по поводу платья, кстати, да. Вот Минтара в платье. Она немножко на взводе, правда. Сейчас мы ее починим. Видимо, не починим. Убери. Ну, более-менее починилась вроде. Вот ее потрясающее платье. Но оно немножко перекрасилось маленько. Почему-то выступила за союз. Неважно. Дай-ка я ее переодену. Ух, как его колбасит. Я там ей нашел какое-то платье. Вроде где-то. А, точно такое же, которое у нее есть. Ну, оно вообще изначально вот белое. Такое. Но у меня есть красное. Пусть будет в красном. А остальное хрень. Вот наряд из яркой светлой кожи. Полнейшее говнище. Наряд отпуска. Тоже полнейшее говнище. А если трусы снять? Ничего не меняется. Ну и ладно. Ну не надо. Подумаешь. Тут тоже ничего не меняется. Жаль, жаль. Вообще, это не в духе Минтары носить платье, но... Кто ее спрашивал? Погнали спать уже. Отдых. Надо где-то раздобыть жрачки. У меня жрачка заканчивается. Надо прям грабить каждую сраную бочку.
Надо же, к нам даже никто не пришел. Потрясающе. И великолепно. Блин, и вещи там в этой остались. В башне. О, что ты хочешь сказать? Итак, чтобы привлечь внимание мистера, оказалось достаточно понять, как перековать артефакт, который ее уже один раз уничтожил. Очевидное решение, вообще-то, если над этим задуматься. Действительно. Как ты думаешь, что ей нужно? Он разрядил бомбу внутри тебя, очень любезно с ее стороны. С чьей? Откуда она вообще могла знать, что мы прощали книгу? У нее что, нет забот поважнее? Как думаешь, что ей нужно? Едва ли она хочет извиниться. Как бы то ни было, это достаточно важно, чтобы она прислала Эльминстера. А значит, в ее серьезности можно не сомневаться. Нам с ней давно было пора поговорить. Я многим ей обязан, готов услышать со всем вниманием, а потом будь что будет. Блин, я бы не ходил на его месте. Вот нахер к ней вообще идти? Зачем? Пошла она в жопу. Мы просто выполним свой план, и пошла она нахер. Это же круто, наверное. Зачем вообще тратить время? Она явно разозлилась, что ты прочел книгу. Она может быть кем угодно, но она не цензор. На ее работу судить тех, кто пользуется плетением. Она лишь оберегает его. Мне интересно послушать, что она скажет. Так мы узнаем правду о том, что нас ждет впереди. Что ж, он настаивает на том, чтобы мы сходили все-таки к ней и послушали. Ну и как бы я и не против. Мистер позвал Гейла поговорить, необычная вежливость для богини. Надеюсь, все пройдет гладко. Так, ты открыл некромантию, удалось найти что-то полезное? Да, нет, загадка. Там полно жутких тайн, включая кровавый обряд и чистое вознесение, но ничего нового не было. Зато сама книга источала потустороннюю силу. И я бы с радостью ее использовал в своих интересах. Я бы тоже, кстати. И он не потерял свое увядание. А, это я, кстати, могу исправить. Да-дам! Да! Бодрость. Магия кодекса дает вам 20 временных хп. Кайф. Кайф. Так, ну и в принципе все. Ментара, кстати, с нами сюда. А, она же в другом месте, ну да. Ну и черт с ним, в принципе, отсюда можно уже убираться. Вряд ли получится открыть, откупорить эту хрень. Опа. Так, стоять. Вроде больше кнопок тут нет. Стоять. А, это та же самая кнопка. Интересненько. Все равно тереть нечего. Кто только что был? Ой. Какие страшные тормоза. Че произошло-то? Че? Ого. Ни хрена себе. Неплохо. Ну да, ладно, в общем-то. Чё это? А, это, видимо, кнопка телепорта подсвечивается. Ну да ладно, продолжим с вами в следующий раз. В следующий раз уже будет монах в первом акте. Ну а пока что такие дела.